Строительство карантинного центра на 280 мест продолжается в Алматы. Госпиталь предназначен для контактных пациентов с подозрением на коронавирус. В медучреждении, которое строят из быстровозводимых модульных конструкций, будет также 28 мест для отделения интенсивной терапии. Ранее возведение важного объекта проинспектировал аким Бакыджан Сагинтаев. Сегодня ученые нескольких стран занимаются разработкой вакцины против коронавируса. Не остались в стороне и казахстанские ученые. В стране планируют создать целых 5 вакцинных кандидатов против COVID-19. Что означает этот термин, мы узнаем у профессора Кайсара Табынова. В научных кругах он известен как лауреат престижной премии Scopus Award Казахстан 2019. Предлагаем послушать мнение эксперта. Сейчас в нашей стране запускается программа целевого финансирования вне конкурсных процедур для создания вакцины. В рамках данной программы планируется создание 5 вакцинных кандидатов. Если говорить по срокам, то в этом году наверняка уже 1-2 вакцинных кандидата будут подготовлены в этом году и оставшиеся в следующем году. Но мировой опыт показывает, что в целом процесс разработки вакцины, то есть от разработки до ее конечного внедрения в практику, занимает порядка 7-12 лет. В данном случае мы думаем, что вакцину удастся внедрить в практику гораздо раньше. Думаем, что это минимум 4 года, максимум 7 лет. И если говорить о средствах, которые сейчас выделяются для этих целей, они, надо отметить, они незначительные. Если в сравнении с такими странами, как Великобритания и США, там, или даже другие страны Европы, наш бюджет достаточно скромный. Но мы все-таки надеемся, что правительство пересмотрит свои взгляды и все-таки увеличит финансирование, чтобы мы могли ускорить этот процесс.